В Москве сложно, потому что мы не говорим про место, где люди собираются из-за жадности. Кто сказал в Москве? Поднимите руку. Вы в Москве живете? А что вам, кроме жадности, вас там держит, скажите, в этой Москве? Ничего не держит. Вот зачем там надо жить? Кроме... А? В Анапу лучше, чем в Москве. Здесь... Микрофон поменять, посядет. А? Зачем-то мне меняют микрофон. Садится, да? Раз, два, три. Анапа не самое лучшее место для жизни. Почему? Потому что здесь все пропитано наслаждением, духом наслаждения. Это не место для развития, понимаете? В таких местах семьи рушатся быстрее, чем везде. Почему? Потому что много наслаждения. Люди бросают друг друга из-за того, что наслаждаться хотят жизни. Понимаете? Но мы не об этом говорим. В Москве так в Москве. Потому что искусственно из Москвы ведь не уедешь. Почему в Москве-то люди живут? Я тоже жил в Москве 7 лет. Потому что чего-то хотелось, понимаете? Хотелось того, чего не нужно хотеть. Есть же другая жизнь попроще. И она счастливее гораздо. Больше радости, больше духовности и так далее.